«Давай сбежим с тобой в Баку» поет в своей известной песне певец Имин, приглашая в солнечный город гостей. С наступлением лета россияне открывают летний сезон поездками в Азербайджан. И портал «Москва-Баку» предложил москвичам и гостям столицы разгадать эту солнечную столицу Республики СНГ по фотографии на карте. Определить по карте, по картинке, что это за столица, какой страны СНГ? Ну, это же Москва. Москва? Почему да. Вы думаете? Ну, вон же видно. Москва? Определить можно, но у нас география не самая. Топографический кретинизм. Это у нас Россия, правильно? Нет, это СНГ. А, СНГ, тогда все сложнее. Точно не Монголия? Затрудняюсь, если честно. Не Кипр? Нет. Не знаю. СНГ. Не могу сказать. А это море? Да. А, ну так это что-то, это, наверное, Хабаровский край или что-то? Это как связано с вашим микрофоном? Ну, давайте пока без микрофона. Ну, я, если это Баку или что-то с этим связано, никогда там не был и не доехал, поэтому не знаю, может быть, это оно, а гуглить нельзя. Нельзя. Ну вот. Я, к сожалению, тоже там не бывал, но выглядит очень красиво и привлекательно, ну, да. На море, и, по-моему, там действительно вот такой вот новый... На побережье похоже, да, согласен. Нет, Азербайджан, это город. Город. Имя город. Это столица Баку, ага, да, столица Азербайджан, Баку. Баку? Да. Почему так решили? Потому что на берегу столицы, я подумал, выход к какому-то морю есть только у Баку, собственно, море. Ну, Каспийское море не море, а озеро, но выход есть. Республика СНГ. Боюсь ошибиться, но мне кажется, это Баку. Правильно. Как угадали? Я была в Баку, и я видела вот эти небоскребы. По карте и фотографии угадать столицу Азербайджана получилось у многих москвичей. Поэтому мы идем дальше. Посмотрим, насколько хорошо они знакомы с достаточно известными фактами о Баку. Предложили ответить на 5 интересных и простых вопросов. Башню тоже я разрушил, как нет, говорил герой не фильма. Нет, ты помнишь, как называется что-то? Мы... Правитель в тигровой шкуре что-то. К сожалению, не помню. Вы, конечно, подошли по адресу. Мы в этом отношении прям совсем ничего не помним. Да. Девичья башня называется. Очень приятно. Нет, название не помню, но я там была. Красивое место. Там такая легенда красивая, любовь. А не то, что там девушка была заперта, и то ли он ее добивался, то ли что, то ли она спрыгнула, по-моему, из-за любви, то, что у нее не вышло, да? Да, что вот так называется эта башня? Этого я не скажу вам. Ну, девушка. Девушка в башне? Девичья башня. А, девичья башня. Я знала это. Ой, боже, 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 сейчас будет очень стыдно. Вообще, говорю, сейчас девичья, но я не уверена. Девичья? Да? Все, слава богу. Помнишь, это то ли с принцессой связано, то ли вот что-то такое. Трагическая любовь. Бросилась она оттуда там, ну, как всегда. Девичья башня. Точно, да. Ну, скорее всего, название, я думаю, связано с историей как раз-таки страны. Возможно, с какими-то высокопоставленными людьми, которые внесли большой вклад в развитие страны. Но вот именно назвать я затрудняюсь. Тяжело. Нет, этого я не видела. Скорее, мы были в более старых таких районах, видимо. Ой, то ли лепестки, то ли пламя, то ли огонь, что-то такое. Лепестки пламени какого-то, не помню. Огненные башни. Огненные башни, да. Это Кавказская пленница. Кавказская пленница, наверное, нет? Давай, ты у нас. Какой-то советский 100%, но какой я вряд ли сейчас назову. Ну, из этого фильма крылатая фраза вышла, черт побери. Бриллиантовая рука? Ну, цигель-цигель-алюлю, наверное. Какой еще, да. А-а-а, это ну, где на банан стал? Банан, корпус. Ну, этот, бриллиант в рука? Да. Что, черное, да? Не черное. Не знаю. Черного. Черная? Я тоже про черное подумала.
черная. Азовская, наверное. Или черная? Нет, черная нет. Нет, черная точно нет. Каспийская. Так, на побережье какого моря находится Баку? Каспийского. Я помню, и был у Жванецкого такое, когда он говорит, я прибыл с болью в Баку, где остро нуждались в нефтяниках. Вот это я помню. А почему именно так он был назван, я тоже не помню. Хазар, может быть, не знаю. По-азербайджански, да? Я знала эти наречия, я не знаю, мы не знаем. Ну, скорее всего, возможно, что-то связано с не то чтобы религией, а верой. Возможно, что-нибудь такое, как вера в Бога. Баку? Может, побережье? Ваша версия? Нет версий. Еще? Баку? Почему его назвали? Сбоку то, что, может быть. Логично. Вообще его называют город ветров или место Бога еще. А, Бога? Огненная, нефть. Тогда все логично, да. Знания о Баку у москвичей и гостей столицы не очень уверены, но у них были очень уверенные, добрые и дружеские пожелания бакинским друзьям, которые мы не смогли оставить за кадром. Вы из бакинского телевидения? Да, а, здорово, да. Ну, город очень хороший, такой современный, и при этом много истории, и очень вкусная кухня, здорово. Можно передать привет Баку? Да, Баку, привет! У нас есть друзья из Баку, мы знаем, какой это прекрасный город в плане культуры, сколько там, какое количество национальностей там совместно живет, какие люди оттуда вышли замечательные. Ну, то есть это мы все знаем прям по списку википедийному. Если вы по списку озвучите, что там интересного, если мы съездили, в следующий раз все это изучили. Если нужно поехать, хорошо, мы вот готовы. Хорошо. У меня знакомый из Баку, он рассказывал, что это прекрасный город, что там сейчас по строили новую набережную какую-то очень красивую. Вот. Но мы там не были и, к сожалению, вот таких вот знаний не обладаем по городу. Да. Хотелось бы туда попасть. Это красивый древний город, это мы знаем. Но, наверное, на этом все. После сегодняшнего дня надо будет изучить этот вопрос. Мне кажется, нам туда надо съездить. Да. Поэтому прекрасный, привет, Баку. Прекрасный солнечный Баку. Привет из Москвы от Натали и Милли. Да, скоро будем.